Это почтальон? Ах, я так надеюсь, что пришел наконец мой осенний каталог. О, Эван, он такой джентльмен. Пожалуйста, заходи. Что ты тут делаешь, черт возьми? А ну вали отсюда лесом! О, ради всего святого! Слушай, она тупее табуретки, понятно? Ну? У нас все отлично. Просто превосходно. Скажи мистеру Кингу. Ну, он мэр города. Когда он говорит разойтись по домам и сидеть тихо, мы слушаемся. Все стараются оградить себя от семьи. Если хочешь знать больше... Это подонки, которые решили устроить из Арефу собственный па... Я бы в них с удовольствием пострелял! Тебя наверняка совсем вымотала ходьба по... Меня зовут Брейли Юэрс. О, он такая... Ух, даже не знаю. Мне надо посоветоваться с мужем. Я так люблю. Да? Кто это? В самом деле? Давно пора ему было хоть что-нибудь сделать. Заходи, я тебя открою. Всегда приятно видеть новые лица. Много воды утекло. Я Карен Скэнзи. Перепугались до смерти. Он бесхребетный слизняк. Это означает, что они... Мы напуганы до смерти. Этот мерзавец тут всем заправляет. Они тут только хулиганят. Это их последнее нападение. Конечно. Thank you.
Что они тебе сказали? Они все в порядке? Семья, наверное, добралась до них во время последней атаки. Сукины дети. Проклятие! Было бы у нас больше людей, мы бы выстояли. Не могу смотреть, как они держат в страхе этот город. Постой-ка. В жилище Вестов тебе не попадалось тело их сына Иэна? Должно быть, это работа семьи. Я застукал это... Слушай, я знаю, что многого прошу, но парня надо найти. Он не заслужил попасть в такую передрягу. Спасибо, малыш. Ты то, что надо. Ну, вообще-то да. Депо Мирешти почти точно на востоке отсюда. Что? Так семья — это банда людоедов? Вот только этого не хватало. Когда увижу семью в следующий раз, у меня к ним будет нехилый счетец.
Эй, эй, потише там. Сюда вход запрещен, всем, кроме семьи. Куда ты прешься, черт подери? Ладно, ладно. Вид у тебя довольно безобидный. На твоем месте я бы поговорил с Венсом, прежде чем шнырять вокруг. Он обычно в мезонине. Это чудесная дырка в земле Мерешти, штаб-квартира семьи. Мы крутая банда, и плевать мы на всех хотели. Еще мы не любим любопытных придурков, которые лазят вокруг и задают слишком много тупых вопросов. Только помни, что я слежу за тобой. Все мы следим. Осторожнее, а? Ни минуты, ни секунды покоя, пока все мы не обретем то, что давно заслужили. Место, которое мы сможем назвать настоящим домом. А теперь, дорогая Америка, мы должны попрощаться, потому что у нас много работы. Ведь анклав никогда не отходит от дел. Никогда. А, это опять ты. До встречи. В чем дело? С вами был президент Эдем. Я тебя раньше здесь не видел. У тебя есть бабло? У меня есть время. Я президент Джон Генри. Ты ведь это делаешь для их же блага. Если бы не ты, они жили бы на пустошах или давно бы погибли. У тебя всегда получается меня взбодрить. Добро пожаловать в наш дом. Мои люди зовут меня Венс. Я веду этих усталых путников и изгоев, которым нужен дом. И чему я обязан удовольствием тебя лицезреть. То, что ты видишь, последний бастион надежды для брошенных и непонятых. Это убежище для униженных и путеводная звезда для угнетенных. Мы — отбросы общества, выброшенные на помойку, как кости со стола охотника. Я провел свою паству по выжженным солнцем пустошам, чтобы сберечь их и обучить моим законам. Люди науки назвали бы нас людоедами, пожирателями человеческой плоти. Общество клеймит нас монстрами, демонами, нечестивцами. Ты меня удивляешь. Никогда не встречал настолько проницательного человека. Тогда скажи мне, кто мы? Полагаешь, я верю, что могу обернуться летучей мышью и улететь? Конечно, нет. Отражаюсь ли я в зеркале? Несомненно. А теперь спроси, верю ли я в то, что этим личностям со всех уголков пустоши необходима цель в жизни и самоидентификация. Я научил этих людей жить, как живут вампиры. Я дал им приют, организацию и чувство семьи. Теперь ты разочаровываешь меня. Перед тем, как судить, тебе стоит отвлечься от предубеждений и немного подумать. Я поборол их голод,
Теперь они не едят плоть, но пьют кровь. И что самое важное, у них есть семья. Место, где их особенность понимают и принимают. Ах, да, мой новый подопечный. Что тебе от него понадобилось? Мы его семья. А если бы он ушел, откуда тебе знать, может, он будет так же тосковать о нас? В жизни Иэна настал судьбоносный момент. Все, что случилось в Арефу, его напугало и смутило. Было бы крайне неблагоразумным с моей стороны пустить тебя к нему, когда он решает, что хочет делать дальше. Иэном овладел голод. Он заставил его убить своих родителей. Лишь мое вмешательство той ночью заставило его удержаться на краю и не превратиться в бездумного пожирателя плоти. Я пытаюсь сказать тебе, что больше его так никто не назовет. Он стал одним из нас, членом семьи. Голод, который нас обуревает, необходимо контролировать. Этому научить сложнее всего. Иэн потерял контроль, потому что рядом не было никого, кто мог бы помочь ему. Его собственная семья стала ему чужой. И правда, возможно, мое беспокойство об Иэне затмило мой долг перед семьей и всеми, кто с нами схож. Прости мне мою ошибку. Если хочешь поговорить с Иэном, пожалуйста. Вот код от помещения, где он медитирует. Привет, чужак. Добро пожаловать в Мирешти, человек. Хочешь поговорить еще? Ты находишься в... Может... И снова здорово. Так-так, давненько у меня не было клиентов. Я тебе нянька, что ли? Понятия не имею. Вот так. А, ладно. Вот пароль. Иэн, Иэн. Если крышек хватит... Дай знать, если понадобится что-то еще. Кати. И снова здорово.
А чего ты хочешь? Наверное, мне не стоит удивляться. Уверен, Эван Кинг сейчас вне себя от злости. Спорим, он весь город поднял, чтобы меня найти. Домой? У меня больше нет дома. Моими же стараниями. Я убил их! Собственных родителей! Это все голод. Это мерзость, которая преследует меня всю жизнь. Ты, наверное, думаешь, что я какое-то чудовище. Что-то внутри меня. Я мутант. Никому до меня нет дела. Знаешь, сейчас ты говоришь прямо как Венс. Я не знаю, от чего я бегу. Скажи, пожалуйста, Венсу, что я принял решение. Я соберу вещи, попрощаюсь с этим местом. Видимо, твой разговор с молодым Иэном... Мне очень интересно... Пока ты соблюдаешь должность... Любопытно. Много лет тому назад я выжил, питаясь пакетами донорской крови. Но дело в том, что такие пакеты — большая редкость. Что ты предлагаешь? По рукам. Пожалуйста, передай это предложение Варефу. Поговори с ними и передай мне их решение. Спасибо. Ты даешь мне веру в то, что таким, как ты, все-таки можно доверять.